Завтра Россия отметит День народного единства. Каждый год 4 ноября по всей стране проходят концерты и благотворительные акции. Сегодня в Хакасском госуниверситете в канун праздника стартовал большой этнографический диктант. Он ежегодный и длится 5 дней. Хотя диктант – название скорее условное. По сути, это тест с 30 заданиями. Мы проводим этнографический диктант в двух форматах – офлайн и онлайн. На территории Республики Хакасия организовано проведение диктанта на 78 площадках. На университетской площадке сегодня рекорд по посещаемости. Почти 300 человек пишут диктант в трех учебных аудиториях. И не только студенты. Проверить свои знания пришли дипломированные историки, работники культуры и журналисты. Возраст для диктанта не важен, и жизненный опыт на самом деле тоже. Это Григорий Соломатин. Минувшим летом он участвовал в экспедиции в Усть-Чули, где его группа собирала этнографическую информацию о местном народе. Я третий раз уже участвую. До этого работал в онлайне, сейчас первый раз офлайн. Ну, результаты, я думаю, что будут средние, вопросы все-таки сложные. История для меня – это как способ забыться, отвлечься от проблем и возможность поучаствовать в каком-то открытии научном. Участвовать в большом этнографическом диктанте может каждый до 8 ноября. Списки вопросов доступны на сайте «Мир Этно». Все культурное разнообразие жителей России, конечно, не уместить в 30 вопросов, но после диктанта у многих возникает желание изучить хотя бы свои корни. Владислав Константинов, Дмитрий Парахин, РТС.